Всем привет, я Ирина Дубцова, и сегодня специально для Муз-ТВ и программы про клип я раскрою вам некоторые секреты о своем клипе «Бойфренд» и о его съемках. За мгновенье понимаю, что ты – это бездна. Идея, как правило, у нас с любимым моим режиссером Александром Филатовичем, с которым мы не первый раз уже сотрудничаем, обычно совпадает. То есть он что-то придумывает, я что-то придумываю, потом из этого всего общего собирается такой единый пазл. Песня такая незатейливая, можно сказать, шуточная. И весь сюжет, и его отсутствие даже, в общем-то, все основано на совершенно несерьезных вещах, несерьезных образах. Девчонки просто классные. Девчонки замечательные, мы подружились, станцевались, в общем, это было здорово. Ну, не сейчас место с мужчинами писать так. Если ты решил, что ты бог, то ты просто бойфренд. Декорации изготавливали потрясающие художники по декорациям, с которыми я сотрудничала неоднократно. Очень быстро, очень качественно, очень креативно работает команда, за что им огромное еще раз спасибо. Ты не тот, с кем я сделаю, бэйби. Рогатое животное называется просто и понятно. Козел. Ну и другого животного в этом клипе, знаете, снимать как бы и не было у нас ни желания, ни задумок. Котеночек какой-то там смотрелся по картинам. Так, козел там к месту. Как я могла бы тебя любить, любить. Ну, комфортнее всего мне было как раз не в парике, а со своими естественными рожками и черным лаковым бантиком на голове, вот в таком красивом коралловом платьице, на банане сидя. Вот там мне было весело, потому что мне казалось, что у меня не бантик на голове, а такие маленькие рожки. Соответственно, внутреннее состояние менялось. У меня сразу становилось такое, ну, игривое настроение, очень, очень подходящее к картине. Мне в ней было очень жарко, потому что половина ванны была заполнена синтифоном, знаете, таким, который в пуховики вставляют. Было очень жарко, безумно жарко. Зато красиво. Ты, кто ты такой? Съемки длились 22 часа. Все это снималось в одном павильоне. Козел был молодцом, выдержал очень стойко. Постоянно что-то жевал, мне постоянно давали в руку какую-то вкусняшку, чтобы я его кормила. Что вы думаете, он воспылал ко мне любовью, у меня в руках была все время еда для этого козла. Потрясающая, конечно, съемочная группа. Настолько ребята, настолько команда классная. Вот. Ну, конечно, все с ним все время смеялись. Как-то эти 22 часа пролетели незаметно. Ну что же, с вами была я, Ира Дубцова. Я вам раскрыла некоторые секреты съемок клипа «Бойфренд». Не переключайтесь, смотрите Муз-ТВ.